В субботу американские спецслужбы провели обыски в Генеральном консульстве РФ в Сан-Франциско, а также в российских торг-представительствах в Вашингтоне и Нью-Йорке, которые власти США потребовали закрыть ко 2 сентября. В российском МИДе назвали произошедшее грубейшим нарушением норм международного права, в частности Венской конвенции о неприкосновенности депсобственности. В Госдепартаменте США заявили, инспекция была проведена с целью обеспечить безопасность и защиту объектов. В пятницу над генконсульством был виден черный дым. Сообщалось, что в здании отказались пустить пожарных. Ранее глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, который в сентябре встретится со своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном в кулуарах Генассамблеи ООН, выразил надежду на нормализацию отношений между Москвой и Вашингтоном. 31 августа американские власти потребовали закрыть 3 российских дипучреждения, находящиеся на территории США. Белый дом сообщил, что данное решение принял лично Дональд Трамп.